На улице Перу вышли около 5000 молодых людей. Их протесты были направлены против нового закона о труде. Демонстрация прошла под лозунгом «За честный труд, а не за эксплуатацию». Новый закон о труде отменяет положение старого о поддержке занятости молодежи. Кроме того, правительство решило сократить количество отпускных дней с 30 до 15. В шествии, которое длилось 3 часа, приняли участие студенты высших учебных заведений, представители профсоюзов и общественных организаций. Правопорядок обеспечивал и более 300 полицейских, не имея при себе никакого оружия. Демонстранты вели себя мирно, столкновений не было.